Всем привет, с вами Прия. Хоть сегодня вторник, но пришло время попытать удачу. Не в Варкрафте, а в Хардстоуне. Стартануло новое дополнение, Руины Запределья. Обновился год, и можно поздравить людей, которые играют в Хардстоун с Новым годом. Как говорится, там, счастья, всех благ вам, легендарочек побольше, таунтов поменьше и там все такое прочее. Но вы сами знаете, чего хотите, и думаю, это все исполнится. Я же просто зашел повскрывать пакеты. Вот, почему бы и нет. Посидеть, повскрывать комплекты карт, посмотреть, что интересного выпадет. И, конечно же, стоит посмотреть на анимацию карт. Стандартные колоды, но ты можешь создать новый в своей коллекции. Понял, спасибо. Замечательно. Собственно, купим комплекты, 25 штучек. Насладимся анимацией. Так, а это что такое? 2500 голды, 4 билета на арену, бонусы полей сражений, доступные в течение всего цикла бонусы полей сражений, доступные в течение всего цикла дополнения Руин Запределья. Понятно, понятно, все хорошо, окей. 25 штучек. Насыпало, покупаем. Ну и открываем, конечно же. Руины Запределья — это, можно сказать, то же самое, что и БК в Варкрафте. То есть есть некоторые карты интересные. Новый класс введен — Охотник на демонов. Анимация, кстати, классная у открытия комплекта. Такая светящаяся скверна. Ну, четко. Ускорю абсолютно все получение карт, если будет какая-то легендарка. То выскажусь о ней. Килидан Разрушитель. Боевой клич уничтожает существо. Если вы взяли эту карту на этом ходу, то уничтожает всех существ, кроме себя. Килидан — это босс, насколько я правильно помню, с кого-то подземелья БКшного. И эффект в целом неплохой. То есть можно сказать что-то типа потасовки у воина, с учетом того, то, что выживает это 3-3, при условии, что эта карта была взята в этот ход. Но если нет, то... это просто самая обычная ликвидация, еще и со статами, но на одну ману дороже. То есть у разбойника есть заклинание ликвидация, ну, Килидан, можно сказать, делает то же самое. Повелитель зверей Леорокс. Вы призываете трех зверей из руки. 8 маны, 5-5. Если призвать каких-то тяжелых зверей за большое количество маны, то это вполне неплохо. Ну, то есть, хорошая эта карта сама по себе, с целью того, чтобы наспамить на стол зверей, еще и трех штучек из руки. Самое главное, чтобы они были к этому моменту в руке. Каргат Острорук. Ну, Каргата мы знаем. Знаем, где он встречается в Варкрафте. Что он делает тут? 4 маны, натиск, 4-4. Предсмертный хрип замешивает в вашу колоду Каргата Совершенного. Я что, должен знать, что делает его совершенная форма? Ну, вообще, это можно на сайте глянуть, но... может, это и в игре можно глянуть. Надо будет поискать. Последний комплект карт. Упадет ли легендарка? Нет. По итогу что мы получаем? 3 легендарки на воина, на охотника и на чернокнижника. В
целом, я думаю, легендарки неплохие. Ну, по крайней мере, на Варлока под вопросом. Да и если захочется скрафтить какую-то колоду, пыль есть. То есть можно будет прекрасно обновить абсолютно все колоды и продолжить игрульки в свободное время от Варкрафта. Так что как-то так. С целью того, чтобы развить свои интеллектуальные способности, можете тоже посидеть и поиграть в эту замечательную коллекционную карточную игру. Все-таки ККИ, жанр, он интересен сам по себе. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, хорошего вам открытия комплектов карт, если вы собираетесь вскрывать. А я пойду изучать, что делает его совершенная форма. А вот она. Замечательный бонус. Замечательные статы. Берегите ноги, мойте руки. До скорого.